Становись! Равняйся! Смирно! От имени начальника УВД приказ заступить на охрану общественного мероприятия ОПМ участок. При проведении мероприятия соблюдать вежливое внимательное обращение с гражданами. Обращать внимание на личную безопасность. Республиканское мероприятие «Участок» стартовало в Кустанайской области. Проводят его полицейские, но коснуться оно должно, по словам организаторов, каждого жителя региона. Участковые намерены обойти каждый двор, дом и квартиру и узнать проблемы населения, ответить на вопросы, провести профилактическую работу с неспокойными жильцами. Мероприятие проводится ежегодно. К акции, кроме полицейских, подключились и другие службы. ТЭК, ЖКХ, то есть все это ведется у нас совместно, данное мероприятие проводится. Задействованы сотрудники криминальной полиции, ювенальной полиции, местной полицейской службы. То есть, в принципе, с 5 сентября до 5 декабря планируем закрыть город, я имею в виду проверить вот именно жилой массив. Как уточняют организаторы, главная задача, чтобы жители районов знали своих участковых в лицо, а инспекторы познакомились с населением. У некоторых на участках живет более 3000 человек. Хотя проблемных жильцов в своих районах опытные полицейские, как правило, знают давно. А кто здесь проживает? Подотчетный элемент. Злоупотребляет алкогольными напитками. Не работает? Не работает. Вместе со своей сожительницей, которая неоднократно в полицию обращалась. На нее руку поднимает? Да. Кто там? Участковый Анатолий, здравствуйте. Добрый день. А, здравствуйте. Разрешите вам? Заходите, пожалуйста. Также будут проверены и дачные массивы, где сейчас живет немало кустанайцев. Конечно же, полицейские постараются собрать и оперативную информацию, которая в будущем, возможно, поможет при раскрытии преступлений. Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН.